Гостиницу Кайрата Буранбаева не смогли продать. Напомню, в прошлом году осужденный за хищение бизнесмен добровольно передал государству активы на 96 миллиардов, в том числе и отель в Астане. В отеле сотни номеров, ресторан, конференц-зал, сауна, тренажерный зал и турецкий хамам. Но на объявленный акиматом аукцион не пришел ни один участник. Возможно, всех испугала стартовая цена объекта почти 4 миллиарда тенге. Или, может, все дело в том, что новый хозяин гостиницы будет сильно ограничен в правах. Оказывается, ему нельзя будет увольнять действующих сотрудников. Ведь ТО «Рояль Комфорт Астана» – это юридическое название комплекса – до сих пор по документам принадлежит бывшему Худа Назарбаева. Поддержите нас, ссылки в описании канала.